выступил наш дуэт на двух этапах Гран-при. Они были бронзовыми призерами в Канаде и завоевали бронзу здесь, в Париже. Но для того, чтобы попадать в финал Гран-при среди танцевальных дуэтов, двух третьих мест недостаточно. И на пути нашего дуэта дважды вставали Анна Капеллини и Лука Ланотте. Несмотря на то, что наш дуэт выиграл, обошел итальянцев в произвольном танце, но ликвидировать отставание, большое отставание после короткого танца так и не удалось. Показательный номер на музыку Pink Floyd, который они, кстати, хотели поначалу взять для своей, для своего произвольного танца, но в итоге эта композиция стала их показательным номером. Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко, бронзовые призеры среди соревнований танцевальных дуэтов. Ну, на сегодняшний день это самое успешное их выступление на этапах Гран-при, когда они сумели в сезоне завоевать сразу же две бронзы. Хотя вот в 2010 году здесь же, в Берси, мы завоевали серебряные медали. Правда, тогда, в 2010 году, были только пятыми на этапе Гран-при США. Dernier championnat d'Europe, auteur d'un très beau championnat Éric Bompard, puisqu'hier elle a fait forte impression dans le programme long. Voici sur la glace Mae Berenice Meite.